Здравствуйте, дорогие друзья. У всех волос существует максимальная длина волос. Она расположена где-то от ключицы до конца груди. Дальше бывает и не растет. Вот у меня как раз по середине до конца груди. Вот как раз грудь заканчивается. Вот. У меня такая максимальная длина волос. 5 лет она уже не меняется. То есть я 5 лет уже ношу, вот, схожу с одинаковой длиной волос. Я хотел бы, конечно, до пояса, но до пояса у меня не растет. Она максимально. То вот что, как говорится, что выросло, то выросло. Что выросло, то выросло. Там я до конца груди моя максимальная длина волос. Вот моя максимальная длина. Не самая длинная и не самая короткая. Вот такая длина волос до конца груди. Вот до конца груди. Для 40 лет, в принципе, это и неплохо. Для 41 некоторые могут показать только лысину. Вот, несмотря на то, что у меня не самые длинные, все-таки есть что показать, есть чем порадовать. Ну, а если нагнуть голову, то волосы получатся до ребер.